Любовь — это сила, способная исцелить и разрушить. Она может открыть все двери, но выпорхнуть в окно. Любовь нуждается в подпитке лаской, заботой и теплотой. Никогда не нужно об этом забывать, принимая любовь как обычную вещь. Ведь любовь — это гораздо больше, чем целый мир. А взаимность — это дар небес.